О профессиях для настоящих мужчин рассказали сегодня школьникам и студентам Петрозаводска. Ежегодная профориентационная выставка в городском дворце творчества собрала несколько сотен человек. Кем мечтают стать современные подростки и какова роль девушек в мужских профессиях, выяснял Денис Тюрин. Руслану Анхимову 15 лет. Со своим будущим он уже определился. Хочет попасть в воздушно-десантные войска. Серьезной подготовки и требований не боится. Нормы ГТО он сдал на отлично, получив золотой значок. Я хочу поступить в ВДВ, так как я хотел бы научиться прыгать с парашюта и служить своей стране, родине. Настоящие мужские профессии не пугают и девушек. Яна Наумова участвует в работе поисковых отрядов и представляет, что такое помогать родине. В будущем планирует стать военным врачом. С 8 класса мечтаю стать военным медиком, побывать в разных горячих точках, помогать служить, отдавать долг своему отечеству. На выставке представлено множество вузов, как федеральных служб, так и военных учебных заведений. Молодые кадры требуются везде. Надеемся больше на наших защитников, на мужчин, но девушки у нас тоже проходят службу, на личном примере могу сказать, и они тоже очень востребованы. К нам приходят ребята, которые учатся в средних профессиональных, высших учебных заведениях, и мы им рассказываем, что у них есть возможность поступить на военную службу по контракту, минуя военную службу по призыву. Все желающие смогли узнать об интересующих их специальностях, задать конкретные вопросы и, может, даже сделать выбор. Ребята должны знать, что они, обучаясь в таких вот учебных заведениях, однозначно имеют 100% гарантию трудоустройства у самого социально ответственного работодателя – это государство. На торжественном концерте свои таланты продемонстрировали учащиеся кадеты, будущие военные. Поприветствовали и ветеранов различных родов войск. После знакомства с выставкой и концертной программы настоящая солдатская каша. Сколько ребят свяжут свою жизнь со службой родине, пока неизвестно, но красивыми фотографиями их странички в социальных сетях пополнятся точно. Денис Тюрин, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360.